Добрый день, друзья! Сегодня мы делаем такую домашнюю летнюю шаурму. В этой шаурме я не буду использовать никаких солений, а чисто делаю из свежих овощей. Для начала нарежем огурцы слайсами тоненькими. Следующим действием я режу помидоры. Я вот нарезаю помидоры примерно вот такой вот толщины. Так, дальше нарезаем пекинскую капусту очень тоненько-тоненько. Выбрал я пекинскую капусту, потому что она в шаурме будет очень мягкая и очень сочная. Соусом я решил не заморачиваться, смешал сметану с майонезом, чтобы получился такой более пикантный вкус. Добавил немного для цвета куркумы, а также чеснок и зелень. А зелень именно укроп. Мясо я порезал маленькими кусочками, жарю в малом количестве масла с мясной приправой. Так, ребятки, начинаем сборку шаурмы. Шаурму будем сегодня делать на двойном лаваше. Смазываем соусом лаваш до половины. А также не смазываем вот эти вот боковые части, для того, чтобы было хрустяще. Следующим действием начинаем уже раскладывать капусту. Дальше, после капусты, я ложу уже мясо. Теперь я выкладываю помидоры, сейчас над помидорами буду выкладывать огурцы, для того, чтобы лаваш не мок. Сейчас я выложил помидоры, а сверху них буду выкладывать огурцы. Дальше я выложил оставшийся соус, и сейчас уже будем закручивать шаурму и ставить в духовку. Будет вкусняшка. После того, как я свернул шаурму, я выложил ее на решетку и обмазал ее растительным маслом, для того, чтобы в духовке появилась хрустящая корочка. Через 5-10 минут мы достанем шаурму. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.